А в третий раз уже получится. Получилось? Нет. Сейчас, сейчас. А так? Спасибо, Наталья Петровна. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Папы и мамы, бабушки и дедушки. И наши маленькие солнечные зайчики. И большие. Уже не зайчики. Я всех вас приветствую сегодня в этот солнечный день на нашей линейке, посвященной такому хорошему празднику. Итак, Центр двуязычного развития «Солнышко» Ассоциации «Русский Альянс» объявляет в сегодняшний день, 9 сентября, вторым днем знаний. Ура!